Приветствую гостей и подписчиков канала Бодрый23. Сегодня у меня после ночного стрима, в летнюю пору, так сказать, произошло небольшое ЧП. Вот расплата за стабильность работы. Точнее говоря, произошло непоправимое. Переходник на 8 пин сгорел, китаец. Оплавился выход. Я это хорошо, что заметил, вовремя остановил стрим. Потому что вдруг какой-то запах начинает появляться. И не зря порылся в кабелях. А переходник с 4 на 8 пин превратился в горящую гадость. Так что так, ребятушки. Если есть на материнке 8 пин, то переходники — это все фабула. И соединил я его нормально до защелкивания. Это все от перегрева, тонкие провода. Не то сечение провода, медная нагрузка по максимуму. И пошла жара. Не знаю, сейчас буду смотреть, будет ли работать материнка. Дай бог, что все работало. На 4 пинах попробую запуститься. Если нет, то буду перепаивать данный девайс. Так что, если что, next slide будет с попыткой включить отключивший 8 пин. Так, ну вот и next slide. Мы вернулись после того, как наши повреждения уже обнаружили конкретное. Вот, ребята, повреждение из-за чего? Из-за того, что китайцы пару волосин запихнули в эти провода. И они, естественно, отгорели. Вот они. Видите? Зона прогара какая. Сфокусировать сейчас. Вот, все закислилось. И сгорело. Ну, а самое интересное, что мне пришлось сделать жесткий колхозинг. Это вот я перепаял наш 4 пин. Под 2 4 пин. Видите, там неравномерно один черненький, один белый 4-пиновый разъем. Надо будет подтесать, чтобы ровно ложилось. Чтобы там не прогорело в разъеме. Ну, а что могу сказать, ребята? Не доверяйте китайцам. И тем более китайским жестким изделием. Вроде нормальный переходник, а по факту получился шляпин-путькин. Вот уже. Когда выдергивал, даже проводок вылез. Вот он, малыш. Так что такая история. Хорошо, что материнка работает. Но видно, что нагрузку она хорошую берет. Система 95 Вт, процессор. Плюс все остальное. Нагрузка есть. Так что вот так вот. Берегитесь китайцев, ребята. Опасайтесь жесткого Китая. Не доверяйте китайцам. Но хорошим китайцам с Тайваня можно доверять. Вот такие вот дела. Ну что, ребята. Всем спасибо за просмотр данного видео. Слава богу, все работает. Дай бог, чтобы у вас все работало. Не ведитесь на вот такую вот фабулу. Ну и самое главное, не ломайтесь. Все, ставьте свои лайки. Ставьте свои дизлайки. Подписывайтесь на наш канал чудесный, а также не забывайте бить в колокольчик. Все, все будет работать, и надеемся, у вас тоже. До новых видео!